селе Ивановское Старожиловского района в начале июля 2019 года два односельчанина решили выяснить отношения. Просто разговором дело не обошлось. Мужчина ударил оппонента в лицо. Тот упал на пол, посчитав, что беседа окончена, мужчина вышел на улицу. Однако потерпевший с целью дальнейшего выяснения отношений вышел на улицу, где находился обвиняемый, и начал его оскорблять. После чего приблизился к нему, при этом держа в руке нож, которым замахнулся на последнего. Увидев это, обвиняемый выбил из руки потерпевшего нож, после чего нанес ему не менее двух ударов кулаком в голову, от которых последний упал на землю. После чего подошел к лежащему на земле мужчине и нанес ему еще два удара ногой. В результате преступных действий обвиняемого потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, а именно тупая травма туловища, разрыв селезенки. Содеянное обвиняемым органом предварительного следствия квалифицировано по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание до 8 лет лишения свободы.